Привет, друзья! Сегодня в нашем обзоре новая посылка, но посылка не совсем обычная, потому что я ее не ждал. Я ее не ждал, я ее не заказывал, я за нее денег не платил, и, в общем, пришла она по непонятному трекеру, по вторичному извещению, на почту мне кинули, она уже 2 недели пролежала уже непосредственно на почте, я даже не знал про ее существование, я ее не ждал, просто брал и не ждал. Вот. Но, судя по описанию на картинке, это наушники SteelSeries Siberia должны быть желтые, Navi Edition. Копия такие же, которые я заказывал. Вот они. Копия такие же, которые я заказывал. До этого примерно там я их забрал 8 мая, сегодня у нас 23 мая. Поэтому я так думаю, там просто копия такие же наушники. Продавец, видимо, ошибся и прислал нам еще один. Вот. Коробка абсолютно закрытая, то есть обзор прошлых наушников я делал, полный обзор. Видели, что коробку я вскрывал, коробка была такая же, ну сейчас она какая-то помятая. Вот. Мне очень интересно, что там внутри, может она пустая будет, но вроде что-то там есть. Вот. Ну не особо трясется, в общем, ну все закрыто, все склеено, ничего не доклеено. Абсолютно закрытая полностью коробка. Полученная мной буквально 10 минут назад на почте. Я сбегал, потому что что-то решил заглянуть. Я жду еще одни посылки. Там некоторые трекеры не отслеживаются. Я решил глянуть, а вдруг, может, там уже дошло. Но нет. Увидел эту посылку, посмотрел по весу. Думаю, я вроде ничего такое тяжелое не заказывал. И так быстро, уже 11 мая, я точно никаких не было посылок, кроме вот моих наушников. Но наушники я уже заказал, они нам... Итак, ладно, фиг с ним, со всеми этими историями. В общем, бесплатная посылка, в ней должно что-то быть. Как я говорил, наушники SteelSeries Siberia. Открываем посылку. Открываем. Так. Одну сторону вскрыли. Вторую сторону вскрыли. Тут еще не прорезалось. Все, прорезали. Да, друзья. Вы посмотрите просто. Это вторые наушники SteelSeries Siberia V2, которые я получил абсолютно бесплатно. Продавец просто ошибся. Так. Ну, мешочек такой же, как и в первом случае. Так, где он у меня? Где-то он у меня тут был, валялся. Вот он. Вот он, наушники. Вот он, второй такой же копия мешочек, как такие же копия наушники. Да, все копия также. Посмотрим дальше. Вот так наушники упакованы. Полный обзор вы можете увидеть по моим старым обзорам. В общем, ничем не отличается. Ну вот, сейчас я вскрываю посылку. Тогда я не вскрывал, тогда я просто их потестировал. Я в них до сих пор сижу. Вот у меня на ушах они как раз. Разговариваю с вами через этот микрофон. В общем... Смотрим, что там есть. В коробке больше ничего нету, кроме наушников. Наушники копия такие же, желтые. Это фантастика, друзья. У меня первый раз такая история с посылкой, которую я приобретаю. Мне вторую копию такую же высылают. Это просто фантастика. Вот все вот здесь вот так вот свернуто. Сделано так. Все, копия такой же. Ну, что-то тут они, конечно, маленько помялись, по-моему. Что-то их, по-моему, повозило по нашей матушке родины, но это ничего. Вот. Ну, в общем, получаем. В итоге мы имеем 2 мешка таких SteelSeries брендированных. Вторые наушники. Я их сниму сейчас через микрофон. Да, и у меня еще остались еще... Так, осторожно, камера. И у меня еще остались копии такие же белые. SteelSeries оригинальные, давно уже купленные за бешеные бабки. В общем, ребят... Вот такая вот история. Я сейчас получил вторые наушники. Не знаю, на самом деле, что с ними сделать. Правильно было бы их, наверное, отдать продавцу назад, выслать. Но, не знаю, может, я их кому-нибудь подарю, а может, не подарю, а может, себе оставлю. В общем, я все равно хотел еще одни такие же заказывать, но получилось так, что мне их прислали бесплатно. Вот такие дела случаются на AliExpress. Не только нас деньги крадут, не только нас обдирают и всякие махинации с доставкой, но бывают такие нежданные приятные сюрпризы, как в случае с этими наушниками. Вот, полный обзор наушников и мои комментарии по ним можете услышать в предыдущем уроке. Я ссылку приложу на этом видео, сейчас вы ее можете видеть. Ну и, в общем, на этом закончим. Бесплатные наушники SteelSeries, 2 штуки за 1500 рублей я получил. Абсолютно идентичные тем, что я имею сейчас. Все, всем пока, спасибо за просмотр. Пока.